Фетва муфтия Дагестана о запрете никаба вызвала большой резонанс. Тут я хочу отметить два момента. Первый. Многие путают никаб с хиджабом, и кто-то пытается на этом спекулировать. Хиджаб – это обязательная часть одежды, а никаб – это та часть, которая скрывает лицо. И второй, более важный момент. Почему-то многие комментаторы забыли, почему сегодня муфтию пришлось выносить такое решение. Почему сегодня вся Россия боится женщин в никабах и братьев-мусульман, которые по сунне хотят отрасти бороду? Не по той ли причине, что зарубежные проповедники и кураторы отправляли убивать мирных людей, женщин в никабах и мужчин с бородами по сунне? Не по этой ли причине сегодня миллионы людей боятся ислама, самой мирной религии на земле? Не по этой ли причине сегодня в обиход входит слово «исламский терроризм»? Почему вы об этом не говорите? Почему вы не критикуете именно это? Запрет никаба – это вершина айсберга. Но причины я вам озвучил. Если вы судите, то будьте справедливы в своих суждениях.